Всем привет, меня зовут Лена, и это «Удивляемся с Копосовой», та самая шоу-рубрика, которую мы все любим. Ребят, а вы знаете, благодаря чему Россия стала империей? Благодаря водке. Дело в том, что Петр для того, чтобы собрать средства на ведение Северной войны, ввел акцизы на винокуров. А винокуры — это те ребята, которые, собственно, и делали водку, спирт, спиртосодержащее что-то. Ну и все, Россия выиграла Северную войну, получила выход к Балтике, прорубила то самое окно в Европу и стала зваться империей. Поэтому водка не злая, водка восхитительная. Моя зоечка. Ваше здоровье. Вкусняшка. На этом у меня все, я в запой. Работаем? Надо хлопнуть? Да ты уже хлопнула.